Да ну ничего, чё. Блядь, спецоперация. Да бьем, а куда эти, чё? Их же, блядь, жив земля, их больше тут намного, чем нас. А оппозиция, они свои не ходят, сдаваться не хотят, выходить они не хотят. Вот, потихоньку обстреливаем. Заказы, они что там в бункерах сидят, да, конечно, что им будет? Там их обстрелили, не обстрелили. Там надо посерьезнее, чем ты их долбишь. Ну, разворачивай. Да все ждем, ждем. Вот все ждут, когда ну, Володьку все это заебет, он войска выведет и тополя нахуй сюда накидает. Да, все это ждут. Ну а так вот, видишь, все, международной конвенции то, что было запрещено, кассеты, ну, фосфор, все. Ну, все, они нам, все работают. Нам все разрешили, короче, все пускаем туда. А, и вам разрешили тоже? Да.